Многие детские игровые площадки в Нарьян-Маре, если не большинство, находятся в настоящее время в удручающем состоянии. Проблема есть. Нет, как говорится, хорошего хозяина, который бы следил за их содержанием, как того требует российское законодательство. А если за площадками не следить, то они становятся опасными для детей. Еще в середине июня телеканал «Север» решил провести свой собственный рейд по детским игровым площадкам Нарьян-Мара. Наши фотоотчеты и замечания мы публиковали в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Участники группы откликались на каждый наш пост, добавляя в копилку «Севера» все новые и новые адреса площадок, на которые следует обратить внимание. Результаты публичного опроса, который мы также провели на своей странице ВКонтакте, показал неутешительные результаты. Большинство откликнувшихся ссылались на плохие и опасные площадки в своих дворах, но при этом уже нашли в соседних районах современные и безопасные, где и гуляют со своими детьми. Проводя наш рейд, мы хотели обратить внимание муниципалитета и надзорных органов на существующую проблему, понимая при этом, что проблем в городе и без площадок хватает. И площадочная тема уж точно не самая главная. Родители нынешних детей из сараев прыгали и по крышам гаражей носились, никто не покалечился. Развлечений особых не было, но не забываем, время изменилось. Появились новые возможности, и взрослые должны использовать эти возможности во благо детей. Состоянием детских площадок в Нарьян-Маре заинтересовались и активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе. Общественники осмотрели детские игровые зоны, на которые пожаловались горожане. Фронтовики также призвали муниципальные власти и управляющие компании устранить нарушения на детских площадках, о чем проинформировали на своем сайте 25 июня. И, наконец, прокуратура Ненецкого автономного округа официально сообщила о выявленных нарушениях содержания и обслуживания детских игровых площадок в городе Нарьян-Маре. По сообщению пресс-службы, проведенные прокуратурой округа в июне 2019 года проверки выявили нарушение законодательства при организации благоустройства, содержания и обслуживания детских игровых площадок, расположенных в городе Нарьян-Маре. Законодательством установлено, что органы власти обязаны создавать условия для массового отдыха жителей, а также согласно правилам и нормам по благоустройству в муниципалитетах обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку игровых площадок. Вместе с тем проверкой установлено, что игровое оборудование на большинстве детских площадок, располагающихся на территории города и находящихся в оперативном управлении или на балансе обслуживающих их организаций, не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратуры округа в адрес руководителей МБУ «Чистый город» ООО «Базис» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, о результатах проверок проинформированы уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе и глава города Нарьян-Мара.